рассказывать о себе, какой я остроумный или там талантливый. Это и так видно. Один он глотнул средства для растяжки обуви. У него ноги выросли на 3 размера. Это ж до чего России нужно было довести, чтобы в ней водки не хватало? А ведь это последнее, что осталось у нас хорошего из природных ресурсов. Что ж ты с двойкой по алгебре поперлась номер к иностранцу? Вы знаете, до сих пор вспоминаю об этом с большим удовольствием. Жизнь наша, скажем, днем становится все лучше и лучше, поэтому отступать дальше некуда. Двадцать восемь лет назад, это 1962 год. Это был создан впервые первый сатирический журнал, сатирическое киноиздание. Это единственное в мире, оно до сих пор так и осталось, единственное в мире периодическое сатирическое киноиздание. После этого появились в союзных республиках, но это уже было подобие журнала «Фитиль», который вдруг назывались потом «Оса», там, «Шмель» и так далее, и так далее. За 28 лет было создано 329 журналов. После 1985 года обрушилась на вас лавина сатиры и негативных явлений в телевидении, в газетах, в журналах. И поэтому, конечно, нам приходится искать какие-то формы подачи этого негативного материала в сатирической форме. Если это удается, это успех. Все, товарищи, с сегодняшнего дня мы начинаем работать по-новому. В целях ускорения сдачи плановых объектов мы изыскали возможность ввести в штат нашего треста новую единицу. Эдуард Гаврилович Чудновский, большой специалист своего дела. Кто сегодня сдает стадион? Я. Чтобы сегодня подписанный акт лежал у меня на столе. Понял? Понятно. Но там же еще ничего. Кто бы ни принимал, хоть сам Миронкин, Эдуард Гаврилович поедет с тобой. Как говорится, по-новому, так по-новому. Акт я подпишу только тогда, когда стадион будет полностью готов к приему спортсменов. Простите, товарищ Миронкин. Посмотрите, пожалуйста, мне в глаза. Глаза! Вам стало очень хорошо. Вы слышите нарастающий гул. Это шумят трибуны нового гигантского стадиона «Стрела». Он построен, хвала строителям, точно в срок и готов к эксплуатации. Это уникальное спортивное сооружение не уступает лучшим стадионам мира. Маракана, Лужники, Ацтека, Ацтека. Обернитесь, Миронкин. Откройте глаза. Сегодня здесь, на прекрасном стадионе «Стрела», играют чемпионы мира аргентинцы. Мяч у Диего Марадоны. Марадона обводит одного защитника, второго. Это похоже на великолепный слалом. Надо бить. Ну! Ай да Марадона! Вот это гол! Да, Марадона неповторим. Безусловно, это звезда первой величины. И сегодня он здесь, на нашем новом стадионе «Стрела». Снова мячом владеют аргентинцы. Должен быть гол, но прежде чем Марадона забьет свой второй мяч, вы, Миронкин, подпишите этот акт. Все в порядке, подписал. Считать, что премия у вас в кармане. Идиоты. Кто у вас председатель комиссии?
Вот что, Баранов, мы выдвигаем тебя на ответственное дело. Завтра к нам приезжает американское телевидение. Будет брать интервью у первого попавшегося советского человека. Вот ты и будешь этим самым первым попавшимся. А вторым нельзя? Нет. Только первым. Зато в отпуск пойдешь летом. Соглашайся, Юрочка. А если не соглашусь? Тоже летом пойдешь. Другую работу себе искать. Понял. Все в порядке. Когда я должен им попасться? Погоди. Давай сначала мы сами тебя проверим. А то ты там такое ляпнешь. Все наплачемся. Гласность гласностью. Сядь. Спасибо. Вот, скажем, задают они тебе вопрос. Сколько у вас детей? Что ты ответишь? А что я отвечу? Откуда я знаю? Скажу, сколько есть, все мои. Нет. Сколько у тебя детей официально? Один. Ну вот. А они спрашивают, а почему только один? Почему? А потому что квартира маленькая, а зарплата еще меньше. Ты что? С ума сошел? Зачем ссоры из избы выносить? Надо же по-умному отвечать. Ты скажи, что это от того, что у нас в стране очень хорошо с противозачаточными средствами. Конечно. Понял? Пошли дальше. Вот, допустим, тебя спрашивают. За границу вы часто ездите? Каждый день. Утром туда, вечером обратно. А мне до шуток, Баранов. Они серьезно могут спросить, почему ты за границу не ездишь. Ха, почему? Да потому что пока одних врачей обойдешь, уже чувствуешь себя ненормальным идиотом. Ты что, с ума сошел? Говори, что тебя за границу вообще не тянет. Скажи, что у нас в стране еще не все посмотрел. Или еще лучше, ты можешь сказать, что любишь путешествовать на собственной машине. Ну да. С моей зарплатой мне на машину 20 лет пахать надо. Ты скажи, Баранов, ты наш человек или не наш? Наш. Тогда думайте хоть немного. И последнее. Вот они спрашивают. С улыбочкой. А как дела с ширпотребом, с одеждой? Скажу, что все нормально. Хожу весь в импорте. А они спрашивают, а почему отечественное не носите? Скажу, что отечественного ничего не досталось. Все расхватали. Ну вот, наконец-то соображать начал. Умница. Молодец. И еще. Если на какой вопрос ответить не сможешь, говори. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Thank you. Well, скажите, вы за границу ехать можете? Пожалуйста. Что за вопрос? Хоть завтра. Is it easy? И никаких препятствий? Никаких. Наоборот даже. Все помогают. Даже неудобно. Не успеешь прийти? Микрофон, пожалуйста. Не успеешь прийти, а тебе уже говорят. Катись на все четыре стороны. А, куда? Например, катись. Да хоть в Америку, хоть в Японию. And where exactly? А куда конкретно вы со своей женой в этом году покатитесь? Куда в этом году? В этом не знаю, как получится. Но я собрался в Париж, а жена рвется в Улан-Удэ. Ну, так что, наверное, выберем что-нибудь среднее в этом году. Ну, наверное, опять поедем к тетке, в Тулу. Сколько у вас детей? Один. Почему только один? Не потому, что зарплата маленькая, а квартира еще меньше. Что болтаешь? А потому, что у нас в стране самые лучшие противозачаточные средства. А легко ли их достать? Все, ребята, я на провокационные вопросы не отвечаю. Вообще, наш фитиль, я думаю, когда пройдут еще десятилетия, будут изучать как историю нашей глупости.
Потому что в наших сюжетах мы показываем, например, как было опасно выпить 100 грамм шампанского на свадьбе. Или как можно напиться было в стельку на работе. Мы решили поговорить на наболевшую тему об изыскании внутренних резервов. О состоянии дел на участке транспортного цеха доложит нам его начальник. Опря, Николай Егорович. Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. А автовсыпщик, Харитон Круглов, опять взял на себя, как в прошлый раз, и счесть несет. Вот. Обещал, не дождаясь конца года. Теперь самодельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Вот. Мы что-то здесь должны решить, да? Товарищи, кончим собрание, решим. Да. Теперь, культмассовая работа. Товарищи, артисты до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поехали. Регламент, товарищ. А также, поэтому я предлагаю перевыборы назначить на любой момент. Нам, конечно, это давай. Если будет красиво жить. Так, товарищи, а теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Доложите. Товарищи, ну, если вопросов нет, я начну. Так, спасибо. Вопросы есть к докладчику? Нет. Спасибо. Так, теперь попросим начальника транспортного цеха рассказать об изыскании внутренних резервов. Так, доложите, пожалуйста. Начальник транспортного цеха! Он взяли что-то? Есть, есть. Доложите тогда. Товарищи, водители Ларионов и Кутько используют слабые места, а также встречный план и порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства. И приказали долго жить. Ну вот. Значит, справитесь. А как же? Ну вот. Так, а где наш начальник транспортного цеха, товарищи? У него в прошлом году цех хронически отставал. Товарищи, если кто его заметит, сразу на трибуну. Где начальник транспортного цеха? Товарищ водитель, наш цех. Дольно, хронически отставал. Вон, а бригада артисту пропала. Я предлагаю найти другую бригаду, когда уйдет та. Да? Ну, та, которую мы завозили в прошлом году. Угу. Хорошо. Товарищи, самый острый вопрос. Кто водил экскурсию по цеху готовой продукции? Кто водил экскурсию студента? При экскурсии это уголовное дело. Спасибо. Пожалуйста. Жаль, товарищи. Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха. Ну что ж, поздравляю. Спасибо. От всей души. Спасибо. Свадьба – это всегда прекрасно. Значит, на воскресенье. Человек 30. Но должен вас предупредить, товарищи, свадьба будет без спиртного. Да нам спиртного-то не надо. Так, по бокалу шампанского, чисто символически, понимаете? Самое главное, чтобы все было красиво, торжественно. Красиво, пожалуйста. Торжественно, на здоровье, но без шампанского. Вот если бы у вас были поминки, тогда другое дело. В каком смысле? В прямом. Согласно принятому у нас в районе решению, на свадьбах ни капли. На поминках разрешается по 150 грамм спиртного. Ну как же так? А вот поминках... так. Женятся люди по 5 раз. И что ж, каждый раз подаваем шампанское? А поминки бывают 1 раз. Молча выпили и разошлись. Ну мы вас очень просим. Ну пожалуйста, ну такое событие. Без поздравлений, без тостов. Ладно. Сделаем так. Пусть свадьба. Ваша свадьба. А по накладной оформим, как поминки. Я
Вы что, забыли? Мы же договорились. Да, конечно, извините, не будем. Дорогие друзья, у нас сегодня большая радость. Точнее, большое горе. Еще вчера Коля был рядом с нами. А сегодня, можно сказать, его рядом с нами нету. Сознавать это обидно и горько. Горько, товарищи! Горько! 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 Безобразие! Безобразие! Тихо! Тихо! Горько! 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 Хорошо, у нас невеста Любушка и Лапочка! Только жалко, что жених нонче в белых тапочках. Скажи, товарищ, кого поминают? Жениха поминают, товарищи. И давно его похоронили? Пока еще не похоронили, только прощаются. С кем? С женихом. Вон он сидит. Надо же! Прям как живой. Это для вас он живой. А по накладной покойник. Налог называется «Интершкольница». Директор школы Анна Петровна постучала карандашиком по графину. Тихо, тихо, товарищи, рассаживайтесь. Как вы уже слышали, у нас в школе произошло ЧП. Ученицу 10 А Сковородкину застали в номере с иностранцем, в интуристе. Выходи на сцену, Сковородкина. Смелей, смелей. Там ты не стеснялась, а здесь тебе, видите ли, стыдно. Ответь мне, как директору школы, на один вопрос. Что ты там делала? А? В протоколе написано, что большая часть твоих вещей находилась в ванной. Ты что, стирала? Учительница литературы Лариса Дмитриевна, смахнув слезу, сказала: «О чем ты думала, девочка моя, когда совершала этот акт? Ты вспомнила о Джульетте?» Что значит ей 100 лет в обед? А о Джульетте Мазини, итальянской киноактрисе. А я говорю о Джульетте Шекспировой. Екатерина из «Грозы» Островского. Это она ведь бросилась из любви в реку. Анна Каренина под поезд. А ты под кого бросилась? Ты хоть понимаешь, как низко ты упала в глазах общественного мнения? Что ты говоришь? Ты не упала, а просто прилегла, и никакого общественного мнения в номере не было. Ленка, у тебя совесть есть? Что ж ты с двойкой по алгебре поперлась в номер к иностранцу? Что, за тебя вся школа краснеть должна? Что значит, откуда он может знать, что у тебя двойка? А если бы он попросил тебя показать дневник? Он просил другое показать. Ну хорошо, что попался такой деликатный человек. Ради чего ты на это пошла? Что значит, стране нужна валюта? Ты что, источник валюты? Тоже мне скважина нефтяная. Что ты говоришь, хотела бороться за мир, за дружбу между народами? Вышла бы с лозунгами, транспарантами. Этим делом на улице занимается, а не в постели. Не с того конца ты взялась за это святое дело. В это время к директрисе подбежала молоденькая учительница пения и подала какую-то записку. Товарищ взволнованно произнесла директриса. Только что позвонили из милиции и сообщили, что этот иностранец вовсе не иностранец, а самозванец. Просто он хорошо выглядит и загорел. А вообще он житель одной из наших солнечных республик. Так что никакого ЧП нет. Повестка дня исчерпана. Но выводы мы должны сделать. Пора учить наших девочек разбираться в людях. А Лена Сковородкина сквозь слезы заявила: «Я буду жаловаться куда следует. Это возмутительно, что в интуристе вместо иностранцев поселяет каких-то наших чучмеков». У
наши редакторы, представители второй древнейшей профессии, они все члены Союза журналистов, но я вот услышал этот рассказ и понял, что они интересуются и самой древнейшей профессией. Если еще один редактор, которого мы представим вам, тоже этой же проблемой интересует, то у нас надо собирать собрание. Хочу сказать о том, что волнует многих. Об экономике. Точнее, о девушках. То есть не совсем о девушках, а о тех, которые теперь больше любят с иностранцами и берут за это 200 рублей. Причем валюта и вперед. Скажите, до каких же пор мы будем мириться с такими уродливыми явлениями? Я имею в виду эти дикие цены. На кого они рассчитаны? На аппаратчиков, которым недавно прибавили? А что остается делать рабочим, крестьянам, не говоря уж об интеллигенции? Я лично получаю 130, да еще плачу за бездетность. Хотя какие уж тут дети. Пусть сначала Минфин подсчитает, могу ли я себе это позволить. То самое, что врачи советуют, дважды в неделю. А если и могу, то сколько? Вот именно. Раз в 2 месяца. И то, если не есть, не пить и совсем не одеваться. Как об этом подумаешь, руки и те опускаются. Конечно, валюта нам нужна. Но может хватит разбазаривать то, что дала нам природа? Мы теперь свои собственные икры не видим и по праздникам. А теперь что, и с женщинами будет так же? А ведь это последнее, что осталось у нас хорошего из природных ресурсов. Так как же бороться с этими ценами? Ответ ясен. Нужна специальная компетентная комиссия из заинтересованных лиц. Пусть вникнут в это дело как можно глубже. Причем лично, а не по докладам заместителей. А пока пусть профсоюз ведет дотацию для малообеспеченных и многосемейных. Но главное, нужно и тут скорее развивать рыночный механизм, открыть дорогу кооперации, арендному и семейному подряду. Ведь только здоровая конкуренция поможет снизить цены и сделать это негативное явление доступным не только дельцам теневой экономики, но и самым широким кругам наших избирателей. Кукиш. Это рассказ так называется. Совсем недавно, когда с вольным потреблением алкоголя у нас, казалось, совсем было покончено, некоторые индивиды невольно перешли на потребление всякой гадости. То стеклоочиститель пьют, то средство от перхоти, то зубной эликсир. Один он глотнул средство для растяжки обуви. У него ноги выросли на 3 размера. Некоторые пьют дихлофос. Человек идет, а вокруг него мухи дохнут. А у нас вот Прошкин выпил что-то жидкое, без этикетки, так у него раз все пальцы свело. Причем свело как-то по-особенному, в кукише. И вот однажды на собрании главный инженер обратился к присутствующим с довольно-таки риторическим вопросом. Сумеем ли мы выполнить месячный план? Поднимите руки, кто считает, что сумеем. Ну, все подняли. У нас привыкли на риторический вопрос отвечать риторическими ответами. И Прошкин поднял. Только поднял-то он не ладошку, а кукиш свой. И кукиш этот главный инженер сразу приметил. Видали, сказал он директору, вот он истинный ответ рабочего класса на наш риторический вопрос. Да и как можно выполнить этот план, когда у нас станки ни к черту? Странно, покачал головой директор. Рабочий показал нам кукиш. Видно, в чем-то здорово сомневается. Экономический анализ плана показал, что кукиш был поднят правильно. А этот Прошкин непростая штучка, диалектик. Голосует вроде за, а кукишем как бы ставит все под сомнение. На следующем собрании, посвященном шефской работе в подшефном колхозе, поднялись вверх уже 2 кукиша. Поначалу подумали, что это Прошкин сгоряча обе руки поднял. Потом пригляделись, а вторая рука оказалась главного инженера. Как это понимать? Вызвал его после собрания директор. Частичный паралич верхних конечностей. Развел кукиша в сторону главный инженер. Но вы же не пьете всякую гадость. Не пью, но, наверное, болезнь заразная. Потом было еще собрание по выборам руководителя предприятия.
Тут директор просто глазам своим не поверил. В зале взметнулся целый лес кукишей. Что это, совсем обалдел директор? Видимо, эпидемия. Чего эпидемия? Синдром приобретенного фигомиелита. Откуда он у нас? Наверное, атмосфера влияет. Раньше-то мы свои кукиши за пазуху держали, а нынче гласность, мы ими голосуем. И действительно, словно бы новое неформальное объединение появилось, кукишисты. Переброска северных рек, пожалуйста, поддерживаем. Химический завод в курортной зоне, приветствуем. Старинное здание сломать, вот он наш ответ. Озеро загадить, море, дамбы, залив перегородить, все единодушно. Ельцина забаллотировать, все как один. Видите, при некоторых обстоятельствах даже кукиш может стать боевым оружием. Можно? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы насчет митинга. Да, теперь ведь говорят, можно. Да что вы говорите? Можно. Да вы что? Нужно. Нужно. Отстаем мы в районе по этому делу. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что зашли посоветоваться, поговорить. Так, присаживайтесь. Сейчас мы разберемся. Так, какие будут лозунги? Даешь демократию. Даешь демократию на местах. Не суйся в воду, не знай мнения народа. А то ведь как бывает. Сквер снесли, а с нами никто не посоветовался. Да. А в заповеднике? В заповеднике потихоньку комбинат строят химической. Верно, ребята, ох, как верно. Все это очень актуальные лозунги. Но я бы даже усилил. Даешь демократию и гласность на местах. Ну как? Годится? Чего, хорошо. Очень хорошо. Хорошо, спасибо. Количество митингующих? Ну, думаю, человек 40. Не, 60! Отлично, хоть 100. Куда же мне вас разместить? Мы бы хотели. На площади. Да, прямо у вас. Исполкома. Чтобы вам всем слышно было. Правильно. Да, но у нас тут шумновато. Автобусы, троллейбусы, кто вас услышит? А может, прям в заповеднике и собраться, а? Химкомбинат! Прямо на стройку! Ну, чтобы пришли, кто рядом. Конечно! Отлично! Только у нас там котлован, свалится еще кто-нибудь, понимаете? Тут надо хорошенько подумать, поискать. А, слава богу, нашел. Есть подходящее место. Страна! Держит курс на гласность, на демократию. А у нас, как решали все в кабинетах, так и решают. Господи, что ты там деется? А митинг. Люди собрались. Просят, чтобы начальство с народом советовалось. У кого просит-то? Кто их там родимую слышит? Раз только что, Только на его и надежа. Не на исполком же. Угу. Если то, что происходит в стране, перестройка, тогда я московская красавица. Выражаясь по-научному, эразм, оргазм, маразм нотрдамский. У меня по арифметике двойка была, но даже я не понимаю, почему в стране 300 миллионов, а вагоны разгружать некому. Это или у нас продуктов больше, чем людей, или дураков больше, чем умных. Выражаясь по-научному, моя хата с краю пропасти стоит, на меня урод глядит. У него в руках бревно, у меня в душе надежда. На съезд депутатов, которые большинством голосов создат еще одну комиссию, и она доложит нашим потомкам, почему мы окачивались. Живем, понимаешь, как в бане. Все голые, кругом шайки.
Пару напустили про новые мышления. Выражаясь по-научному, хорошо там и живется, у кого галоши есть. Можно в них ходить поуже, можно там галоши съесть. Голова уже отказывается соображать, я спинным мозгом думаю. Как задумаю спинным мозгом, мурашки по всему телу. От страха. Такое ощущение, что в зоопарке открыли все клетки и сказали, у нас демократия. У кого зубы острые, тот самый справедливый. Кто быстрее бегает, самый умный. А тот, кто работать может, того съели. А человека в клетку посадили, табличку повесили. Гома Лопухиус нитрата ядный. Охраняется законом. Кормить, когда взвоет. По чайной ложке 3 раза в день 8 марта. Выражаясь по-научному, если тебе на уши вешают лапшу, садись на плиту и вари на медном огне до кипения. И когда из ушей дым пойдет, скажи большое спасибо, товарищи, я уже кушал. И вот, когда перестройка закончится, вся вода утечет в краны, все леса вырубят, и пустыня Гоби продлится до стен Московского Кремля, спустится с небес ангел, посланец Бога, и скажет, допрыгались, мать вашу, и отправит нас всех колоннами мимо Гума и Мавзолея прямо в преисподнюю. Не по-нашему. Ой, рай, что ли? А по-моему, all right. Но почему по-английски? Надо отловить хотя бы один экземпляр. Да она окольцована, профессор. Штат Айова. Да, она из Америки. Из Америки? Профессор, но ведь вороны не перелетные птицы. У нас тут насчет потерь изобилия. А там у них каждое зернышко на счету. Вот и эмигрировали к нам. Кыш, иностранщик. Thank you. Good night. Ой, профессор, смотрите. Кролики. Из Австралии, что ли? Значит, капуста поспела. Не может быть у нас сюжета без актера. Это комедия, которая продолжается 2 минуты. 2 минуты, где есть начало, есть кульминация, финал. И смешно должно быть, и мысль какая-то должна быть. И такие актеры, которые могут эту комедию сыграть в 2 минуты, попасть в яблочко, у нас единицы. И мы стараемся, чтобы они все были у нас в фитиле. Сейчас вы посмотрите сюжет. Гасите свет, пожалуйста. Вы посмотрите сюжет и понаблюдайте, пожалуйста, за работой, актерской работой, которая продолжается несколько секунд в кадре. И оцените ее, пожалуйста. Здрасте. Добрый день. Врача вызывали? Вызывали. Кто больной? Я больной. Ой, как хорошо. Как хорошо. Мужчина. Но примета у нас такая, если первый больной мужчина, это к счастью. Ой, я ужасно рада. Я тоже. Тоже рад. Ужасно. Так, больной, на что жалуемся? Вы знаете, доктор, что-то здесь в боку постоянно как-то тянет. Сердце. Сердце. Сердце вроде, извините, все-таки здесь. Ой, ну, сердце там, где часы. Это мы проходили. Так, а что же у вас там-то болит, а? Ну, я думаю... А может, вас укусил кто? Кто? Ну, я не знаю, кто у вас тут есть. Нет, что вы. У меня никого нет, доктор. Да? Доктор, может, вы все же меня послушаете, а? Ну, конечно же, о чем вы говорите, конечно.
Так, слушаю вас. Нет, я имел в виду фонендоскопом. Чем? Ну, у вас должна быть такая штучка с резиновыми трубочками. А, это есть! А? Сейчас мы его найдем. Где он тут у меня? Так. А! Там у вас что-то тикает. Ой, как интересно. Но болит-то у меня в боку, доктор. Да. А что ж тут-то может болеть? Может, печень? Ой, печень может. Хотя, знаете, вот мы проходили, что если справа, то это аппендикс. Доктор, я боюсь... Ой, вот этого не надо бояться. Это мы вырежем под наркозиком, вы даже ничего не почувствуете. Я боюсь, вы ошибаетесь. Дело в том, что аппендикс у меня уже давно вырезали. Да? Угу. Ну-ка, откройте рот. Шире, шире. Как же вырезали, когда я его вижу? Кого? Кого? Аппендикс, аппендицит. А вы не путаете, нет? С чем это? С гландами. Гланды. А где же аппендикс? Ниже. Отсюда не видно. Знаете, вы вообще какой-то капризный. Это вам не нравится, то вам не нравится. Давайте сами тогда говорить, что делать. Давайте. Хорошо бы направление на анализы. Анализы. Хорошо бы. Писать-то вы умеете. Ой, больной, а шутите. Проходили. Ой, я направление забыла. Потерпите до завтра. Потерплю. Ну, а я тогда побегу. А то мне сейчас столько вызовов. Кошмар. Всем должна помочь. Представляете? Много больных? Да ужас, ужас просто. Дай им Бог здоровья. Больной, опять шутите? Бога нет. Бога нет, но есть врач. Вы? Я. Врач? Угу. Тогда точно Бога нет. Это что у вас тут в магазине творится, а? Что творится? Опять? Одним все, другим ничего, понимаешь? Товар-то черным ходом уходит. Я не понимаю вас, товарищ. Устроили, понимаешь? Опять очереди, опять давки, номера какие-то. На ладонях пишут. Импорт. Всегда так. Что значит всегда? А перестройка? Что? Проспали? Опять, понимаешь, кому тут достанется? А я опять босиком ходи. Так сапоги-то женские, товарищ. Ну и что? У нас равенство. Меня очередь послала. Все, молчанка кончилась. Теперь у нас гласность. Что вы от меня хотите? Я хочу справедливости, равенства. Какого размера? 37-го. Понятно. Я как все. Я демократии требую. На высоком каблуке австрийского производства. Пойдет? Годится. Хорошо. Мне ведь чужого не надо. Я требую, чтобы все было по справедливости. Понятно. Платите 120 рублей. Ага. Вот как раз 120. Прошу. И что, все? Все. Теперь, как говорится, с вещами на выход. Спасибо. 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 Прорвался. Демократия. Слушай, а черный ход? Черного хода теперь нет. На черта мне такая демократия. Без черного хода. Я не буду рассказывать о себе, какой я остроумный или там талантливый. Это и так видно. Но дело в том, что мне всегда везло на хороших людей, на талантливых, на остроумных и так далее. Вот однажды я, снимался в очень серьезной роли. Скромный такой человек, 30-х годов, геолог. И к ветхому домишке, в котором он жил, приколачивает шикарную мемориальную доску. И вот, значит, в кино же по-настоящему все делается. Нашли мрамор, голубой такой,
значит, заказали художнику мой портрет, я играю главную роль, в профиль сделали. И там внизу, значит, написано, в этом доме жил известный геолог, значит, ну там, академик такой-то, да? Доска очень красивая получилась. Я вот сейчас по Москве хожу, такой нет, вот как моя намного лучше. И вот, значит, когда закончились съемки, Бутафор за них отвечает, за эти съемки, и он подходит ко мне, принародно, конечно, это такие вещи говорятся при людях, он говорит, слушай, ну ты доску-то возьмешь? Я говорю, там фамилия чужая. Он, ну, фамилию я пилю. И вот, ну, все заржали, конечно. Я говорю, ну, а зачем она мне, доска-то? Он так удивился, он говорит, ну, как зачем? Пока в коридоре постоит. Продолжаем осмотр, товарищи. Все проходим сюда. Мы находимся в белой гостиной. Здесь традиционно по четвергам устраивались домашние концерты. На этом рояле марки Беккер играли многие выдающиеся музыканты того времени. Эти стены слышали голоса великих артистов и поэтов. Как я уже говорила, Павел Петрович был неутомимым собирателем художественных ценностей. В настоящее время здесь экспонируется его уникальнейшая великолепная коллекция художественной керамики. Испано-мавританская керамика 16 век. Голландия, 18 век. Восхищаясь творениями замечательных мастеров, не перестаешь удивляться тому, что все это собрал один человек. Эта коллекция не уступает знаменитому собранию художественной керамики в усадьбе графа Шереметьево-Кускова. Мы находимся в красной гостиной. Бриллиантовый уголок. На этом столике вы видите небольшой фрагмент бриллиантовой коллекции, которая в основном хранилась в загородном доме. Над столиком, посмотрите сюда, товарищи, находится портрет молодой дамы с перстнем. Несмотря на безупречную стилизацию под старину, многие специалисты считают, что дама с перстнем – современница Павла Петровича. К сожалению, имя ее пока не установлено. Перстни дамы – настоящий бриллиант. Это кабинет. Его обстановка полностью сохранена. Сейчас здесь представлена небольшая часть подарков, полученных в разное время Павлом Петровичем от благодарных сограждан. Наш музей, товарищи, существует с прошлого года. Мы получаем сотни, тысячи писем. Просят расширить экспозицию музея, открыть для экскурсии загородный дом. А теперь я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Было очень интересно. Надеюсь, вы получили достаточно полное представление о том периоде, в котором работал и творил Павел Петрович. Всего хорошего. До свидания. Ну, когда будете повторять? Дорогие друзья, более 28 лет тому назад впервые на экранах страны появился ящик с динамитом. Сегодня уже выходит 335-й номер сатирического журнала «Фитиль». Меняются темы и сюжеты, но неизменной остается поэзия «Фитиля» – выявлять и разоблачать зло. Ну а пока снимаются очередные сюжеты, нам, актерам кино, очень интересно попробовать себя в новом жанре, ну сравнительно в новом, жанре кинопублицистики. Ведь «Фитиль» требует точного и немедленного попадания в образ, часто нелицеприятный образ нашего современника. И приятно осознавать, что твоя работа приносит реальные результаты. Вот как-то мы отсняли два сюжета «Фитиля». В одном из них я сыграла роль заведующей гостиницы, администратора в ней гостиницы, во второй покупательницу в мебельном магазине. Эти уже сюжеты вышли на экраны, и мне с группой актеров нужно было поехать в город Калининград на гастроли. Я, правда, задержалась, приехала позднее, чем все, но знала, в какой гостинице все живут, поэтому совершенно спокойно пришла в гостиницу, подошла к администратору, протянула свой паспорт и говорю, здравствуйте, я Криса Крачковская, здесь для меня забронирован номер.
Она мне вот так вот, вот с ног до головы смотрела, говорит, да ну. Я говорю, что? А я вас селить не буду. Я говорю, что, номера нет? А номер есть, но я селить не буду. Так в чем же дело-то? Идите к директору. Подошла к директору. Здравствуйте, я вот... А, это вы, да? Я говорю, да, я. Что, не селит? Я говорю, нет. И не будет. И тут я совершенно отчетливо поняла, что новые мебели мне уже тоже больше не купить. И не так давно на экраны страны вышел очередной сюжет «Фитиля», сюжет о продовольственном магазине, в котором я сыграла роль заведующей мясным отделом. Ну что, больше ничего не надо рассказывать, а? Ну что поделать, искусство требует жертв. Ну вы знаете, что сниматься в «Фитиле» — это почетно и приятно, но я актриса комедийного жанра, и моя любовь — это комедия. Просто времени стоять нет. Берите, женщина, берите. Вряд ли дешевле где найдете. А то подсунут какого-нибудь инженеришку. Всю жизнь плакать будете. Ну а пощупать-то можно? Щупать? Нет, женщина, вы щупайте, но не мните. Кто же у меня помятого купит? Женщина, женщина, возьмите, возьмите. Он аккуратный, ест, что дадут, не злоупотребляет ничем. Грустный какой-то. Может, больной? А по специальности он кто? Из министерства, управленец. Да таких теперь и даром не надо. Хомут на шею. Сколько она за него просит? 100! Обнаглели совсем. Обнаглели. Как только язык поворачивается. А накормить, а обуть, а одеть, а в люди вывести. Да. Что? Пошли домой. Нет, будем стоять здесь. Кто мне обещал, что перестройка вас не коснется? А. Кто говорил, что сокращений у вас не будет? Кто? Тетя. Что? Что тебе, деточка? А сколько он стоит? Господи, а тебе-то зачем? Купить и на свободу выпустить. Ой, но он на свободе погибнет. Он ведь не приспособлен ни к чему. Иди лучше и купи себе птичку, и выпусти ее на свободу. Иди, иди, деточка. Почем козел? Лично мой 70. Мой тоже 70. Да, 70. Беру обоих. В хозяйстве все сгодится. Господи, а этот вам зачем? Он же управленец из министерства сокращенный. Ох, милая, это у вас в центре перестройка до сокращения, а до нас пока она докатится. Я его в исполком устрою. Квартиру через него получу. Участок. И кое-что по спецобслуживанию. Да не дрожи, дорогой, не дрожи. На, ешь это, Сенька, ешь. Ну, давай. Спасибо, товарищ. Поживешь еще. На пенсию идешь как человек. По состоянию здоровья. Выборы главврача в сумасшедшем доме. Председатель. Многоуважаемые господа, товарищи, ученые, наполеоны, стахановцы, Юлий Цезарь, изобретатели, шостаковичи, физики и шизики. Сегодня нам предстоит важное мероприятие. Мы должны выбрать себе главврача нашего общего, родного, всем нам любимого дома. Рад сообщить, что на нашем заседании присутствуют представители обеих палат. Мужской и женской. А также большой отряд наших добрых друзей-санитаров в качестве наблюдателей с правом совещательного и решающего голоса. Все мы здесь собрались, объединенные хотя и разными, но единственными мыслями, тронутые личными заботами. Жизнь наша, скажем, днем становится все лучше и лучше, поэтому отступать дальше некуда. Голос из зала. Разрешите вас перебить? Председатель, пожалуйста. На сцену из зала взбегает возбужденный мужчина и пытается палкой перебить весь президиум. Санитар в солдатской одежде делает ему успокаивающий укол штыком. На трибуну спрыгивает мужчина в смирительной рубашке. Председатель.
развяжите оратора и выньте у него кляп изо рта. Представьтесь, товарищ оратор. Фельдмаршал фон Шмерц, 719 национально-территориальный округ, Кенигсберг, Восточная Пруссия. Взят в плен в качестве языка в 1944 году. Представляю Калининградскую область. Председатель колхоза Гитлер Капут. Вчера ночью я вышел из палаты по малой нужде. Председатель, товарищи, мне думается, настало время разобраться в терминологии. Пора уже изъять из нашего лексикона это унизительное выражение «по малой нужде». У нас, товарищи, нет малых нужд. У нас есть малочисленные нужды. Веселое оживление в зале, одиночные выстрелы. Фон Шмерц. И вот я вышел из палаты по малочисленной нужде. Но у дверей с двумя нулями меня грубо оттолкнула Екатерина II и закричала: «Подождешь, фашист пархатый, я по многочисленной нужде». Герр председатель, по-моему, у нас все нужды равны. Председатель, мне думается, у нас не может быть личных нужд. Все наши нужды общие, исправлять их будем всем миром. На трибуну выходит человек в парике. Я физик, меня зовут Исаак Ньютон. Я говорю от имени 18 ученых, живущих в этой самой палате с двумя нулями. В нарушении всяческих правовых основ со всех этажей нашей необъятной лечебницы к нам приходят люди со своими нуждами. В результате этого всемирного тяготения в палате стоит невероятный радиационный фон со всеми вытекающими последствиями. И все только из-за того, что кто-то из вышестоящих в своих личных целях отвинтил единицу от номера на дверях нашей палаты. Мы требуем вернуть нашей палате ее прежнее наименование, а также требуем создать комиссию по расследованию. Ведь в нашей палате есть и женщины. Женский голос из зала. От палаты женщин ношу предложение избрать одного заместителя главврача по женской части. Предлагаю нашего гинеколога Авдотью Никитичну Кацнеленбогену. Мужской голос. Требую выбора гинеколога на альтернативной основе. Председатель, вы пройдите на трибуну, товарищи, представьтесь. Мужчина. Мухин, представитель котельной. Товарищи, наше заведение работает уже 72 года. И сколько я себя помню, ни разу на должность гинеколога не избирали ни одного рабочего котельной. Это развивает в нас комплекс неполноценности и классовой ущемленности. Предлагаю гинекологу двинуть нашего кочегара Степана Долбоноса. Он парень сильный, отзывчивый, жаростойкий. А в случае чего мы ему все поможем. Степан, встань, покажись народу. Со своего места поднимается парень в фартуке с кочергой. Игривые женские голоса. Знаем, знаем. Кацнеленбоген. Я, товарищ, ничего против товарища Долбоноса не имею. Но у меня к нему, как будущему коллеге-гинекологу, профессиональный вопрос. Скажите, а что такое гинекология? Председатель. Вопрос неэтичный. Долбонос. Вот именно, мы здесь не на экзамене. Так что давай не будем допеть друг дружку в юриспруденции. Я так скажу, гинекология – это гуманизм не только к мужчинам, но и к женщинам. А у меня до этой работы давно руки чешутся. А женщин я люблю и уважаю женские органы самоуправления. Кацнеленбоген, спасибо, я буду голосовать за вас обеими руками. Все мы немножко обалдели и хотим перерыва. По этому поводу есть два предложения. Вот товарищ Бонапарт, Наполеон Борисович, он предлагает перерыв 3 минуты, а комендант нашего заведения предлагает перерыв 1 час. Какие будут соображения в зале? Голоса из зала. 3 минуты, да здравствует Бонапарт. Председатель. Я вас понял, товарищи. Проходит предложение коменданта. Объявляется комендантский час. Мы продолжим собрание после того, как всем вам будут сделаны необходимые впрыскивания, вливания и санитарная обработка. Приятного аппетита, кукареку. Итак, голосуем, товарищи. Кто за, прошу поднять руки. Единогласно, все свободны, товарищи. Ну, что у вас там, опять? Да ну, понятно. А что я один мог сделать? Ну, а что я одна могла сделать? Ну, а что я один мог сделать? А что я один мог сделать? А что я?
Один мог сделать, что я? Один.